Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое Издание. Итак, в прошлой серии мы пробрались с вами в замок, не в замок, а в башню, короче, магов, вот, в поисках талисмана земли. Мы так его и не нашли, мы вообще ничего не нашли, в принципе, вот, и добрались с вами до библиотеки. И сегодня мы с вами попробуем найти очки, которые... Так, драгоценные очки, вот, из центральной библиотеки. В комментах вы написали, что библиотеку нужно осматривать очень внимательно, потому что тут много всяких тайников, особенно полки с книгами. Окей. Давайте этим и займемся. Так, что у меня? У меня две водяные стрелы. Я сейчас сразу здесь потушу. Вот так. Загадка, представьтесь. Окей. Так, кому там надо представиться? Вот прячут свои мелкие грязные секреты. Да ладно. Так, открыть до конца надо. Где ты там? Ой, иди сюда. Ага. Я сейчас, короче, сделаю вот так вот. Так, а сколько их здесь? Двое? Давай, проходи. Я тебе не изменить своей судьбой, вор. Ублюдок. Тебе не изменить своей судьбой, вор. Уберись ты. Так, он без сознания, хорошо. Этот чел у нас без сознания. У меня там лазит. Еще где-то ходят. Наверху, наверное. Так, дай-ка я хочу вот этого сейчас еще замочить. В воздухе раздался. Хорошо. Хорошо. Так, погоди, помнишь? Вот ты знаешь мое имя. Да ладно. Они меня знают. Так, помните, мы что-то читали такое. Так, погоди, может... Нет, не здесь. Вот, в башне ты 8 старейшин узри. Один лишь силен, лишь один из 8. Взяв руки меч на другую, смотри, награду найдешь, считав до 7. Погоди. Раз, два, три, четыре. А, их 4. Я уже размечтался, короче. Ну ладно. Я-то думал. Так, полки. Ничего нет. Осмотрим, короче, первую эту. Первый этаж. Так. Я еще какой-то ключ взял. Ух ты, смотри, сколько книг. Да, они, походу, наверху ходят. Так, ладно, давай прочитаем. Маг Верлин. Интерес Азарана к некромантии отнюдь не угас, несмотря на изгнание. Он продолжает изучать темные искусства в своей башне в дневном порту. Мы опасаемся, что эти эксперименты по оживлению крыс и насекомых заведут его в более опасные дали. Он даже приложил все усилия, чтобы собрать экспедицию на поиски книги пепла. Книга пепла должна остаться в прошлом. Азаран ослеплен своими амбициями и потому угрожает нашему существованию. Изгнание лишь сделало его еще более деятельным. Внутренний круг постановил принять самые серьезные меры по разрешению этого дела. Архимаг Карина. Так. Что здесь?
Владение искусством воды требует возврата к своим истокам. Девять лун прожил ты в воде, а затем рожден был в мир воздуха и земли. Ты забыл свое прошлое, но мы научим помнить. Гони прочь смертные мысли о дыхании, открой пути и течения морские. Не трать силы свои в стези потока, позволь ему нести тело твое, стань частью его. Пока не достиг ты полной власти над водой, вернись к воздуху, адепт, да и доверься его защите. Со временем почувствуешь ты теплые объятия воды, проходя сквозь глубины ее без нужды в дыхании. Книга плавника и коралла. 7.12. Я хочу. Дичь какая-то. Какая-то дичь. Окей, так. В башне ты 8 старейшин узри, один лишь силен, лишь один из 8. Взяв в руку меч на другую смотри, награду найдешь, сосчитав до 7. Это мы уже читали. Только где-то в записке, просто в обычной. Ну, у нас эта записка уже с собой есть. Мы только что читали недавно. Так, ладно. Полки, полки, смотрим полки. С книгами. Да ни хрена нет. Только не говорите, что вы пошутили просто в комментах. Так, смотри, еще вниз. Ну вот этот шкаф какой-то подозрительный вообще. Так, либо вниз, либо вверх. Ух ты, бляха. Посмотри, еще дверь. Погоди, а наверху? Тоже библиотека. Это центральная, наверное, библиотека там ниже. Ну, как это центральная. А мне в центральной библиотеке и надо. О, тихо, погоди. Вот эта дверь у нас потайная, смотри. Как ее открыть теперь? Ага. Ага. Тара-тара-та. Тара-тара-та-та. Тара-тара. А, ну это я могу, наверное, открыть. Окей, ладно. О, отлично. А, водяные часы. Тьфу, водяные стрелы. Это и... любого заставит улыбнуться. Очки. Хорошо. Хорошо. Отлично. Одно задание у нас есть. Одно задание есть. Так. Но все равно библиотеку надо осмотреть, я думаю. Я думаю, до конца ее нужно осмотреть. Может, здесь что-то интересное еще есть. Так. Постановление собрания Совета Внутреннего Круга. Из-за неудачного эксперимента архимага Джабу Ибн Лани башня воды будет закрыта в связи с наводнением до последующих распоряжений. Все дальнейшие эксперименты с элементами воды запрещены по взаимному согласию членов внутреннего круга до тех пор, пока не будут выработаны более действенные способы контроля. Наше сообщество должно оставаться единым и сохранять традиции. Каждая башня содержит ключ от другой для соблюдения доктрины о доверии. Во как. Поскольку ключ от башни воды был утерян в процессе регулирования инцидента, у магов огня нет символа, который они могли бы охранять. Поэтому маги огня будут хранить ключ от часовни центральной башни, где содержатся наши ценности. Ключ от башни земли остается в башне воды, поскольку только маги воды способны выжить в затопленных помещениях. Архимаг Креус. Да, я как-то выжил вроде, да? Я как-то выжил. Окей. Я что, маг воды? Так, отыщи местонахождение талисмана земли. Окей. Мы теперь знаем. Укради талисман. А, теперь мы знаем, где талисман земли. Талисман земли у нас находится в часовне. То бишь в сокровищнице. Как вы написали тоже в комментах, типа в сокровищнице. Сокровищница это и есть часовня. Я так понимаю, да? Вот. Ключ от которой мы с вами взяли. Нам стоит только ее найти. Так, а наверху на полках нет ничего? Окей. О, еще стрела вода. Вода, стрела.
Хорошо. Так, там ничего нет. Здесь что? Это вообще где? Центральная башня. А! Ну это вот центральная. Так, погоди, а внизу? Тогда внизу что? А, вот здесь. Это что же библиотека? Нижняя библиотека, отлично. Мы же поднимаемся с вами наверх, так что надо ее смотреть все равно. Я построю пристанище из ветров, наполню собою воду, стану семенем земли и прибрею в вечном пламени. Я построю замок из песков. Построю замок из песка, по которому ты ходила. Так, где они? Чудики. Чудики. Уйдет. Так, надо подождать. А. Свет показал нам какую-то тень. Это было дурное видение. Бляха. Еще такие резкие-то. Кругом все спокойно. Ух, ёпти, сюда идет. И не пытайся убежать. Тебе не следовало вторгаться сюда. А. Так, погоди, там нужно, короче, маховых стрел нафигачить. У меня же есть, да, маховые стрелы? О, 15 штук. Целых 15 штук маховых стрел. Сейчас, короче, мы там нафигачим этих маховых стрел. Лоп. Лоп. Да что ты не стреляешь-то? Лоп. И чтобы неповадно было. Так. Здесь я в тени, получается. Ну, не совсем, да. Я в тени. Так. Нужно ждать. И я думаю ждать. Они сейчас пройдут вот сюда. Потом пойдут вон туда. Один туда заходит, и я второго, короче, бахаю. Я думаю так. Так прошел, ему пофиг вообще. Так, ладно, идите вот сюда за каток, короче. Свет я вам не буду выключать. Можете так что спокойно там отдыхать, не бояться. Так, что у нас? Есть вода-стрела. Вода-стрела, здесь книжки никакие не торчат. Окей, окей, окей. Окей. Пусто. И здесь пусто. Все везде пусто. Нам еще ожерелье надо найти. Вот. Так, давайте вот здесь посмотрим. О, ништяк. Так. Пусто. 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 Вода стрела. Пусто. Из книг мы всего один тайник нашли. Там, смотри, куча дверей. Так, что здесь? Пусто. Где надо было сверху еще посмотреть, может там на сверху на полках есть какие-то эти что-то. Так, нет ничего, нет ничего. Пусто, 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 пусто,
Значит, все пусто. Что за... Чё, кто все дышит? Кто все дышит? Так, таким, такими и мы были ранее, как те, кто сейчас заселяет эту землю. Они словно коконы, которые готовы раскрыться. Мы приняли тех немногих, в ком выявили потенциал к посвящению. Из примечаний к пророчествам архимага города. Еще архимаг города. Архимаг целого города, прикинь, есть. Так, а что здесь? Стрелы с веревкой. Лучше бы золотишко какое-нибудь дали бы. Так, окей, ладно. С библиотекой покончено, в принципе. В принципе, все. Теперь нужно идти. Где выход-то, бляха? Теперь нужно идти выше. В принципе, можно подняться, знаешь, где? Можно подняться вот здесь. Подняться вот здесь и не париться. А ну-ка. Ничего нет, жалко. Так, ладно, я тут смотрю, много охраны. Много здесь... Тихо, нет ничего. Окей, у меня появилось 9 стрел. У меня появилось 9 стрел с водой. Так что я сделаю здесь. Давай, может, подойдешь. Я чувствую чье-то присутствие. Еще магия здесь. Ладно. Ключ забрал. Так, улику забрал. Что за дыхание-то, когда я вот в комнаты вхожу? Так. Еще охрана. А где я вообще нахожусь? А, второй этаж, ну все отлично. Так, а куда пойдет-то? Ладно, давай-ка мы сделаем следующее. Раз. Два. Три. Отлично. Отлично. Так. Леха промазал. Как так-то? Отлично. И надо этого архимага теперь. Не дамага. Отлично. 7 ключей, короче, от чего-то. Так, ладно, лежите здесь, в принципе. Окей, так, еще столько зелий, короче, этих восстановления. Давайте-ка используем еще и батон. Здесь что-то почитать. Такими и мы были ранее, как те, кто сейчас заселяет эту землю. Они словно коконы, которые раскрыты, мы приняли их. Это мы уже читали. Чего у них все повторяется? Заманали. Одно и то. Отвернись. Я думаю, это выход. Да, в сад. Чего-то мне кажется. Потому что помните, мы одного охранника здесь оставляли. Он не отворачивается, ну похер. Ну вообще похер. Так, помните, мы, да, охранника одного оставляли? Да, так и есть. Мы поднялись, там потушили все, здесь потушили, по-моему, свет, да? Окей. В принципе, идем, все отлично.
Туда дорога, здесь дорога. Это у нас что-то так резко поворачивается. Надо, короче, сделать следующее. Пара-ка-па-така. Знаешь, как это? Один дом в фильме. Фак. Отлично. А это главный вход. Все, отлично, понятно. Так, мне 400 надо еще найти. 400 монет. И тогда все будет отлично. Хорошо. Здесь, судя по всему, мы вырубили тогда чувака. Только внизу, по-моему, да? Он там патрулировал что-то или фиг знает. Может, не так. Ага. А это вход. Так, пустые полки. Жаль, что здесь пусто. Обычно на таких полках монетки всякие. Так, а что здесь? Опа. Закрыто. Опа, открыто. Бац. Так. Пик. Погоди-ка, это похожее место, как и на той стороне, короче. У меня такое ощущение, что это тоже в сад сейчас выйдет. Да. Мы здесь тоже, видишь, внизу тушили, короче, свет. Вот, и здесь, получается, тоже тушили свет. Окей. Ну, остается подниматься выше. Так, а где там была дверь, которую вход? Ага, вот. Там мы, в принципе, ничего не пропустили, да? Никаких дверей. Так, ага, дверь там открыта. Хорошо. Идем выше. Так. Так-то один. Зря сделал. Так, тушим. Все, нет никого там. Так, а у меня вспышки-то есть, если что? Нет у меня ничего. Говоришь, что у меня нет ничего, ты мне вспышки. Хорошо. Бляха, еще один идет. Вот у них привычка, короче, кучами ходить. Эй, выходи сейчас же. У нас он увидел. Бляха, он увидел этих. Попался? Мне что, должно быть больно? Но фишка-то все-таки работает, да? Так, окей. Тут закрыто. Ключ. Ни один не подходит. Тогда отпичка. Не подходит ключ. Открываем отмычкой. Делов-то. Спит. Один. Так. Знаю, как они спят, короче. У меня... А, тихо. Это газовая стрела. Знаю, как они спят, короче. Я сделаю вот так. Да? Да.
Молодец, отдыхай. Так, водяная стрела, хорошо. Так. Похоже, капитан удерживал себе процент с доходов магов. Что он не может удержать процент с меня? Это капитан, понятно, да, капитан, медальон, отлично, мы нашли медальон, а я еще и набрал 1800, отлично, у нас осталось только украсть талисман, вон оно что. Так, моя находка — золотой медальон святого Бурингдена, вознаградит меня за весь пот, что я пролил в бесконечной охоте за проклятыми талисманами. Продав его, я, несомненно, извлеку некоторые пользы из этого тяжелого испытания. За все мои годы службы руке я никогда не видел, чтобы их усилия сталкивались с такими препятствиями. Это похоже на то, как если бы кто-то из них самих взял и спрятал талисманы так, что даже архимаги не могут их найти. Капитан Регалио. Понятно. Так, еще тут смотри. Какой суперский, смотри, у него такой прям модный ящик. Окей. Следит за трендами моды. Всякие мечи. Хорошо. Так, ладно. Это что у нас? Не потайная дверь? Нет. Погнали. Блях, тоже закрыто. Ну, сюда, наверное, ключ подойдет. Точняк. Смотри, спит. Еще один спит. Так, делаем тогда следующее. Оп. Хорошо. Хорошо, стрела. Хорошо. Все хорошо. Так. Идем дальше. Тоже, наверное, кто-то спит. Слышу храп. Ну это прислуга, можно. Так, окей. Прислугу можно загасить. Так. Кто там? Помоги. Здрасте. Леха, вот это темно. Вот это хорошо просто. Я прям кайфую. Так, а это что? Пусто. Не недоустроили еще эту комнату. Может, здесь хоть этот комод поставили. Хорошо. Так, ладно. Хлоп. Это что? А это балкон. Это лоджия. Прикинь, такую лоджию иметь. Вообще огромную. Как комната. У меня комната меньше, чем лоджия. Чем здесь лоджия. Вообще жесть. Так, окей, ладно. Идем еще выше. Так, погоди, а здесь мы... Да, видишь, мы сюда поднимались, получается, да? Мы сюда поднимались. Мы спускались, наоборот. Мы спускались. Так, а что здесь? Ага. Мы вот сюда не поднимались, получается. Тебе не удастся вечно скрываться во тьме. Это маг огня, наверное, скорее всего, да? Он бьет, как затихающий бриз. Вот так тебе затихающий бриз. Он бьет, как затихающий бриз. Тренушки. Главное, чтобы вот так вот можно вырубать. Главное, чтобы они находились в темноте. Окей. Это у нас сокровищница. Друзья, это у нас сокровищница. Аллилуйя.
А вот и талисманчик. Два талисмана. Мы должны наставить их на путь истинный. Постарайся вернуть талисман. Пророчество — это как волны, что возвращаются к берегам. Но все, что мы можем сделать, чтобы предотвратить его, так это только подготовиться к его началу. В этом городе царит смерть. Взойдет солнце, и все погибнет в языках пламени. Все так и должно быть. Цивилизация вплавится в землю, и из нее вырастет новая. Ветер перемен всегда дует в сторону могилы. Вскоре, ученик мой, ты постигнешь истину этого. Бляха, сюда идет. Пространство неспокойно. Так. Один ушел в пространство. Там их двое, да, получается? Так, ладно, сейчас разберемся. Так, это что такое? Неплохо. Неплохо. Так, где-то второй, значит, где-то еще этот. Вон блуждает. Идет он сюда. Я прячусь здесь. Он сейчас пройдет. Я его... Здесь что-то не так. Ляха! Я неуязвим. Недолго ты был неуязвим, короче. Еще кто-то есть, что ли? О! Что это было? Смотри, сколько их. Так, если каждый меня так будет долбить. Зелье дыхания. Если каждый меня так будет долбить, то я умру. Так, ладно. Бляха. Ну, в принципе, я понял. Ага. Так, он меня убил. Я перед ним сохранился. Значит, не он. Значит, вот этот. Ну, или другие какие. Так, здесь сохранюсь. Я хитрожопый. Никого не убивай, покинь башни мага. Все, спускаем. А чё так медленно идешь? Тяжелый талисман, что ли? Все, спускаемся вниз вообще, короче. В самый низ, туда, в эти... канализации, короче, и все, и миссия будет пройдена, друзья. Делов-то мы выполнили с вами совершенно все, просто все. Вот только поглядите, все выполнили. Так, погоди-ка. Был бы Гаррет неуязвимый, просто туда вниз прыгнул и все. Так. Все, это пещеры. Как не пещеры, темница, да? Или как ее там? Да, темница. И где-то у нас тут, по-моему, сюда вниз. Там пыточная будет, да. Пыточная. И выход. Все, друзья. Очередное дельце выполнено профессионально. Ну, почти. В своем роде профессионально.
Итак, давайте посмотрим статистику. Так, что у нас по статистике? Общее время почти 2 часа. Короче, на каждую миссию почти обычно уходит по 2 часа почти, да? Вот, так, найдено 2712 из 2812. Короче, 100 золотых я где-то не нашел. Карманы я не все обчистил. Так, 4 замка всего вскрыл. 64, прикинь, оглушил. Так, нанесено урона 76. Найдено тело одно. Ну, это вот в конце, походу, да, наверное, найдено было тело. Вот, 13 часов, почти 14 часов уже в игру играем. Охренеть, друзья, охренеть. Ну что, за следующим талисманом пойдем уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.